Что, опять? Не нравится мне, когда вексы начинают что-то строить. Мне тоже. Это никогда добром не заканчивается. Кто-то должен их уничтожить, пока этот проект не завершен. Кто-то это мы, верно? Ого, да тут целая толпа вексов. Слушай, Страж, похоже, они все движутся в твою сторону. Страж, я вижу внутри большое скопление вексов и много подключений к инфраструктуре. Надо понять, насколько это здание важное. Сэм, ты на связи? Ага, как делишки, приятель? Вексы укрепляются в большом здании на набережной. Сейчас найду вас на камерах наблюдения и... Ого! И на Сальтодроме? Скучаю по нему. Это была лучшая арена для экстремального киберспорта. Где-где? Это что, видеоигры какие-то? Экстремальный киберспорт. Сэм, портал вексов подключается к главному серверу здания. Плохо дело. У Азартодрома есть корневой доступ к облачному ковчегу для ускоренной обработки данных. Что? Страж, мы должны что-нибудь сделать.
Сэм, азартодром зачищен. Но может было бы проще полностью отключить сервер игрового зала от облачного ковчега? Конечно. Но облачный ковчег — это не обычная древняя сетка. Он повсюду, как воздух. Провода не перерезать, потому что его провода весь город. Поэтому ему все нипочем. А еще его трудно оборонять. Для этого у нас есть облачные бродяги.